Знаете ли вы, что существует целая наука о флагах и знаменах? Скорее всего, нет. Я расскажу вам. Наука о флагах и знаменах называется вексиллология. Это название происходит от слова «вексилюм». Что такое вексилюм? Вексилюм, прародич флага, появился у римлян. Это длинный шест, наверху которого развивалось четырехугольное полотнище пурпурного цвета. Пурпур считался цветом римских императоров, а затем и цветом командиров римских легионов. Вексилюм, именно от этого слова наука о знаменах и флагах получила название вексиллология, был таким образом первым флагом западного мира, хотя он еще совсем не был похож на современные знамена. Первое похожее на привычное нам знамя появилось около 100 лет до нашей эры в Китае. Загляните к нам. Флаги мирового класса –